Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Ваши финальные баллы. О, сундучок. А ну-ка, что нам выпадает здесь? Легендарное, это у нас для лихача. Тяжеловоз, усиленная турбо. Так, открываем сундучки. Бесплатно. Погнали дальше. Еще давай. Так, зимние шины, ускоритель, все понятно. Так, продолжаем открывать. Новые колеса для лихача. Так, а випка? Випка нас особо ничем не порадовала, да? Так, хорошо, спасибо. Какие-то я тебя обогнал. Так. Вот такие вот, ребята, прива, результаты. Смотрим, что у нас тут получается. Грустим, как всегда, мы грустим, друзья мои. Ничего не зарабатываем. По минималочке. По минималочке. Так, один билетик. И тут у нас ускоритель, магнит и амортизатор прыжков. Как раз для раллийного авто. Ну, неплохо, неплохо. 224 тысячи монет. Так, ребята, у нас будет сейчас гонка. Продолжение гонок. Воскресный чемпион. Давай-ка мы, наверное, поменяем внешний вид нашего персонажа. Я уже даже не знаю, что, если честно, одевать. По-моему, мы уже здесь все перепробовали. Вот мусорный бак, если только на голову надеть. И, по-моему... По-моему, у нас что-то новенькое было. Лицо, нет? Нет, наверное, мне приснилось. Так, по костюмам, по-моему, тоже все по-старому, да? Штаны. Пускай будет так. И флажок. Раллийное авто. И сейчас я еще немножко, блин, хотел прокачать ККМ-ку, но что-то я стартанул. Ладно, фиг с ним, погнали. О-о-о-о-о, смотри, 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 что делает. Ты видел? Вот так, ребята, этот жук меня хотел обогнать, но почему-то по итогу он приехал даже третьим, а не вторым. Это, по-моему, скин. Этот скин шел вместе со скином самурая, насколько я помню, да? Давай, на колесики. Упс. Ну, ёк-макарёк, ну что ты, ну, Рэй, ну... Давай, не уступай. Как вот, как он меня, ребята, обогнал, а? Объясните. На ровном месте, просто. Ну, здесь, опять же, друзья мои, очень много сказывается. Если у него вдруг, вдруг прокачан... Нет, здесь я... У меня уже облегченная версия, тихо. Вот это надо было так тупануть, а, друзья. Вот это надо было так тупануть в конце. Так, у меня седьмое, у него восьмое место. Я, значит, вторым приехал. А, тут еще гонка. Ну, значит, если мы сейчас здесь с тобой не бустанемся, то ничего хорошего у нас не получится. Мне сказали убрать амортизатор прыжков. Ну, не амортизатор прыжков, а вот этот, который мне дает ускорение при приземлении. Я не знаю, почему, ребята, вы его так не любите. По-моему, как по мне, так вроде бы нормально. Приземляешься, бустишься, и в итоге я... И в итоге я первый. С мусорным баком на голове, но первый. Так, здесь у нас глубоководная гонка. Ага. Ничего себе, ты смотри, 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 что делает спортивное авто. Ты видел? Ничего себе, друзья мои, оно мне просто хотел обогнать. Но, слава богу, как бы еще немножко помню, что здесь на этой трассе. Но где-то должна быть заковыристая трасса. Я это точно помню, где я тоже там прыгал и... Вот, врезался все-таки, да? Все-таки врезался в какую-то... Тихо. А он без шарика. Значит, далеко не уедет. Вот спортивное авто, да, правильно сделала.
Взяла пузырь мыльный. Окей, и все, ребят. Я приехал первым. Я приехал первым, так всегда и должно быть. Давай-ка дальше поедем. Идеальный старт. Стоп, по-моему, где-то здесь. Я уже не помню, где-то здесь прикол должен быть, да? Вот только где? Ага. Взяли мы здесь с тобой пузырь, все отлично. Оу-оу, а погоди секунду. Какого лешего ты вперед, батьки, лезешь-то? Ничего себе, ребята, а? Ты видел, какой борзевший? А, так у него, смотри, у него там и ускоритель стоит. Или что там у него? Блин, я не видел. У него, по-моему, там этот... Как он называется? Форсаж. У него форсаж, по-моему, был. И плюс магнит. Магнит. Вы мне говорите, Рэй, возьми магнит. Ребят, ну зачем мне магнит без монетного ускорителя? Он, блин, мне на самом деле вообще не нужен. Да что это? Ну что это? Ну... Ого! Это как он, друзья мои, на монетках так, что ли, бустится? Следом летит. Чепушило следом летел, видел? Еще бы вот чуть-чуть бы я где-нибудь задержался, бы он меня просто бы обогнал. Ну, ёпарасоте. Я уже не знаю, может быть... Нет, не хочу я крылья брать. Ты посмотри, а? Я не хочу туда наверх. Вот, ребята, вам... Вот вам весь итог. Должен быть первым приехать, а приехал вообще последним. А, это надо же было так тупо врезаться в это бревно, в полено. Блин, еще думал, что сделать? Как лучше сделать? Ну, сделал, называется, себе подарок. Удружил, блин. Ну, а сейчас нафига ты это сделал? Как картошка гнилая, прыгаешь тут. Ладно, давай. Без выпендрежей. Так, полетели, полетели, полетели и прилетели. Фух, и по итогу первыми. Так, у нас еще задание какое-то тут завершено, прикинь. Так, тяжеловес ускоритель. Так, здесь у нас на скутере, я не собираюсь на скутере. О, 2000 метров на супердизеле. Вот это было бы прикольно, но мы возьмем спортивный автомобиль. Так, открываем сундучки. Выпадают нам амортизаторы. И опять у нас глубоководное погружение. Ну что ж. Глубоководные-то глубоководные. Опа, супердизель, видел, как втопил. Да, он жучарка еще тот. Стоп, 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 стоп. Тихо. Отлично, отлично, ребята, очень хорошо. Поехали понизу. Поехали лучше понизу. Окей. Я только одного не понял. У нас что, тут одна трасса, что ли? Такое ощущение, что одна трасса. Ох. Тьфу ты. Ай, ребята, вот это да, вот это я сфейлился. Откатываемся назад. Замешкался. Фиг ли ты замешкался, Рэй? Ну вот скажи, а? Чего ты там испугался? Ехал себе первым и все, и начал. Замельтешил, блин. Вот замельтешил, вот тебе и результат весь. Сам виноват, одним словом. Ладно, ребята, хотя бы здесь первое место взял. Поехали далее. Надо ККМ-ку будет прокачать, потому что у нас как бы деньги-то есть. Слушай, ну вот это вот спортивное авто, в принципе, ребята, оно тоже неплохое, я вот смотрю. Ну, я не знаю, вы почему-то
и его не внесли в раздел лучших машин. Уже сколько мне пишут, ребята. Там у них что? Все есть, лихач есть, ККМ-ка, есть там еще что-то. Но спортивного авто там вообще не видел. Твою налево. Как будто мне больше всех нужно, да? Ну, действительно, мне больше всех надо, смотри. Первым приехал. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Такой довольный. Так, скоро мы получим 18 деталек. 18 деталек каких-то. Так, магнитная цепь у нас. Так, что-нибудь бесплатно есть? Есть. Прокачиваем. Так, дальше. Дальше мы прокачиваем ККМ-ку. А вот она. Сделаем вот так. Вот так. И вот так. Все деньги, друзья мои, все до последней копейки сливаем. Ну что, погнали. Магнитная цепь. Да-да, это та самая фабрика или завод роботов, как хочешь называй его. Куда так высоко-то ты, Рэй? Обалдеть, я подлетел аж. Ничего не видел, что это надпись со своим этим. Вы проехали 2000 метров. Вот я без вас не знаю, что я проехал 2000 метров. Не врежься в магнит. По-моему, тут да, ребят, тут первое место нам обеспечено. И, скорее всего, когда мы проедем эту трассу, нам что дадут? Оу-оу-оу. Блин, вот, как всегда, ребят, я... Почему все время боюсь, что я что-то не доеду или перееду? Чего так медленно едешь-то, эй? Что такое? Пускай там наверх едет, а мы... Ну, этот рейд, по ходу дела, первым был. Чего он там тупит, вообще не знаю. По-моему, он допрыгался. Кузнечик. Этот кузнечик допрыгался, ладно. Нам-то с тобой расслабляться некогда, у нас... Сам понимаешь. Вот он что делает, да, значит? Он устраивает здесь... Ох ты! Ох ты! Ватрушка тут. Или вертушка, как ее там звать-то. Хотела меня обогнать. Не тут-то было. Так, детальки мы получаем? Нет, по-моему, еще пока. Окей. Здесь забрали. Забираем тут. Слушай, ну до 36 тысяч я, наверное, ребят, не приеду. Скорее всего. Ладно, погнали. Кубок Шторм Рейдера. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какой-то там Иван. Ванюш, ты не против, если я тебя немножечко... Обгоню, а, Ванюш? Спасибо большое. А видишь, как все у нас получается круто. Давай дальше. Не расслабляемся, ребята. Не расслабляемся ни на секунду. Ни на йоту. Давай, давай, давай. Там сзади спортивное какое-то супер Феррари едет. Я пойду наверх. Оу-оу-оу-оу, чувак, ты видел, бустанулся как? Ну, я первый приехал, хоть он там и бустанулся очень круто и резко. По итогу я все равно приехал первым. Так что, друзья мои, все у нас четенько.
Вот это надо было сейчас так облажать. Что? Блин. Ты видел, что у него было? У него был ускоритель. Топливный. Вон он его берет и, соответственно, шпарит. Он еще и крутит там сальто. Он летит там наверх. А я здесь спокойненько финиширую. Все, ребята, без каких-либо проблем взял первое место и будь здоров. Даже не парился. Упс. Вот это, ребята, заковыристая трасса. С этими крокодилами никчемными. Смотри, что творится. О, а кто это, как там внизу там он оказался, не понял. А что там было, понизу проехать, что ли? Как они понизу-то там поехали, я не видел, чтобы там какой-то был спуск. Меня где-то, ребят, накололи. Где-то меня... Да иди ты, фургон несчастный, стоишь прям тут. Фух. Какой-то Роблокс тут. А что, они все поразбивались, что ли? Нет. Приехали. Нифига я от них оторвался, насколько. Я уже давно на финише загорал, они там только приехали. Опять та же самая, ребята, ошибка. Да чтоб тебе, а, Рэй, ну... Опять я хотел проехать понизу, начал ломать эту деревяшку с трубой. И опять перевернулся. Что, у нас облегченный вариант уже сразу же? Пускай он там сальтухи крутит, а я так вот поеду. А чё так... Куда он там упорхал-то? Как он так, ребят, так летит, извините меня? А, ускоритель у него стоял. У него стоял монетный ускоритель. Поэтому он так и едет быстро. Да, именно на монетном ускорителе. Так у него не только ускоритель, у него, смотри, монетный ускоритель плюс стоит этот для колес. Скажи, я тебе скажу. Ускоритель колес, короче, у него стоит. Врежься в кактус. Блин, на этот раз, если бы у меня... Теперь это, ККМ-ка тут лезет, ну ты прикинь. Е! Yeah. Кури бамбук. А этот вообще последний приехал. Хи-хи. Вот так вот, друзья мои. Приехал я первым. Ну что, опять шахты. Опять наши, ребята, любимые шахты. В кавычках. Конечно же, в кавычках. И давай. Я. Yeah. Блин. Он опять с магнитным ускорителем, что ли, едет? Ну, конечно же, ребята. Как это определить? Во-первых, ну, есть. Как это определить, ребят? Во-первых, у него, смотри. Видишь, магниты. А, тут у него нет. У него просто магнит. Ускоритель колес и плюс еще и этот. Хм. Ну, я не знаю, мне кажется, нету мне варика вот именно их прокачивать, ребят. Как бы, ну, это мне так кажется. Уж не знаю, там, как остальные. Мне почему-то без вариантов. Ну, не нравится мне. Всякие вот эти вот. Особенно, если ты будешь ставить ускоритель колес, он у тебя будет, как всегда. Я и так там мучаюсь с тем, что у меня закидывает машину.
А с ускорителем колес, так это вообще будет жесть. Просто будет жесть, ребят. Но здесь я... Да. Вот. Вот об этом я и говорил. Все. Как начнем... По-моему, здесь... Угу. Обманка вот эта вот. Обманка с колесами. Ну, посмотрим, кто на первом месте. Конечно же, Рейчик. Конечно же, друзья мои, Рейчик. Кто может быть тут еще на первом месте? Не эти же. Опа. Клоун. Штаны нам выпали на клоуны. Так, амортизаторы прыжков. Ну что, восхитительные диверсии. Давно их не было. Прямо аж, блин, соскучился по этим диверсиям. В диверсиях обычно у меня тоже, ребята, хоть одна поломка, но происходит. Прям как неизбежность какая-то. Не убейся только, пожалуйста, не убейся. Опа, тут лучше вот так сделать. Как думаешь, нормальный это вариант был? Это лучший был вариант, ребята. Это был лучший вариант. Потому что все, кто там поехал понизу, как ты видел, они что-то там захандрили все, застряли. А мы с тобой очень даже неплохо. Ну, возможно, это еще потому, что у нас облегченный становится вариант нашей машины. Без крыши, естественно. Опа. Не, давай понизу тогда уж. Так, подожди. Давай без этих. Не убейся, пожалуйста, а. Я многого от тебя не прошу, просто не убейся. Все, красавчик. Молодец. Здесь показал себя просто на высшем уровне. Так, ну что, друзья мои, сегодня, наверное, еще... Ну как сегодня? Уже, наверное, завтра, я думаю. Серия про бомжа. Надеюсь, вам понравилось. Вы что-то вообще... там про комментарии вообще, ребят, не пишите. Непонятно, зашла вам игра, не зашла, блин. Просто тишина, мертвая, причем тишина. Адольф, надеюсь, не Гитлер, блин. Нет, парень. Ты далеко, далеко от меня. Костюм прикольный. Так, ну что, друзья мои, я думаю, что 36 тысяч кубков, в принципе, нам взять сегодня реально. Так, кубок по скоростному спуску. Блин, это не тот ли, где... Точно, это тот. Блин, кто там, ККМ-ка, что ли, едет? Смотри, смотри, все проехали. Блин, какой-то лихач меня обогнал. И то, наверное, из-за того, что он поехал понизу, а не поверху. Но если он настолько крут, мы сейчас проверим его в деле, друзья мои. Трындец. Не вздумай, говорю, перевернуться только. А то ты можешь. Ну что, и где твой лихач? Где лихач-то? Третий маш пришел, еле живой. Машина уже практически болтается. Блин, фиговый был старт, ребята. Был просто отвратительный старт, поэтому... Вот это вот... Да-д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 а. Все, началось. Ха-ха-ха, но все-таки, ребята, торм... Так, я столько не пробегу, лучше порулю. Согласен. Согласен. Лучше порулить. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Была такая есть поговорка. Ну что, ребята, у нас сумрачный лес, и поэтому здесь надо... А что здесь надо? Здесь надо себя аккуратно вести. И все, в принципе... Очень аккуратненько. Да-да-да-да-да. Вот тут всякие. И, в принципе, уже где-то тут финиш. Вот он.
Но это первая трасса. Вторая трасса там, где, по-моему, есть этот черепаха на воде стоит. Там тоже нужно быть аккуратным. Лучше проехать эту воду, потому что если ты в эту черепаху врежешься, то неизбежно мы перевернемся. Это как с тем же самым. Да куда ты так? Ну, ё-моё, ну всё. Ролийка — это такая машина, если она, блин. Да едь ты уже вниз-то, ёпросете, блин. Каким вторым? Честно говоря, не ожидал. А где там остальные? Все разбились, что ли? Просто вот начал в этом фигне, в этой булдыхаться, и все, ребят. Да едь ты нормально, нормально. Тут без подрывов, без всяких там этих. Давай, дожимай. Доказали, мы, друзья мои, доказали, что лучшие. Лучшие в своем классе. Ну что, сельский кубок, по-моему, самая любимая моя гонка — это именно сельский кубок. Главное не врезаться в дом, по-моему, это с домами, да? Но если ты видишь, на чем он едет, ребят, смотри. Смотри, что у него там есть. Я думаю, все видят. Во-во-во-во-во-во, втопил, смотри. Эх, сейчас жалею только об одном, что у меня здесь нету этого. Как он называется? Нитро. Было бы нитро бы, улетели бы, знаешь, куда бы уже, давно-давно бы. Причем он нитро не тратит. Слушай, а возможно, смотри, у него там ускоритель стоит монетный. У него монетный стоит ускоритель, но без магнита. Да ладно. Вон он стоит, ускоритель монетный. А, так у него еще монетный, у него форсаж. И еще и ускоритель колес. Как вам такой расклад? То есть все эпические шмотки напялил на себя. Так правильно, и крутым показывает себя. Будь у меня такой арсенал, я бы его просто бы здесь рвал бы, как тузи грелку, поверь мне. Я даже без этих прибамбасов их рву, понимаешь? А с ними я вообще бы их уничтожал бы на месте, на ровном. Просто как стоячих обгонял бы. Я вот к чему говорю. Так, ну что, друзья мои, поехали дальше. А, вот у нас где домики. Не надо. Не надо, ребята, говорю. Не лезьте под колеса. Растопчу, не поморчусь. Есть. Кто-то в комментариях писал: Рэй, расскажи секрет успеха. Секрет успеха, ребята, как говорится, жми педальку газа до отказа. Глаза по 5 рублей. Адреналин просто зашкаливает. Не, ну на самом деле никакого успеха нет. Просто, ребята, чистое везение. Ты же посмотри в начальной гонке, какие у меня были. Просирал всем, кому не лень. Это всегда во всех играх практически такое происходит. Вначале ты нуб полный. А потом потихоньку. Я и сейчас не скажу, что я там супер-пупер профи прям, понимаешь? Нет. У меня нет многих вещей, которые я хочу себе получить. Их нету просто-напросто. Поэтому вот я вот и катаюсь, и в надежде. Ну я же молчу там про все костюмы собрать. Ну хотя бы вот эти всякие ускоряшки и тому подобное надо приобрести. Ты посмотри, смотри. Он, кстати, на своих этих прыгунках что-то вообще не прыгал. Так, походу дела, ребята, еще гоночка и все. И мы с вами возьмем 36 тысяч кубков. А кто-то мне написал: Рэй, а я уже взял 50 тысяч кубков. Ребят, я, конечно, за вас рад. Но это нужно только в эту игру играть. Если бы я весь день бы сидел бы и играл бы только в эту игру, я думаю, что я бы уже, наверное, не только 50 тысяч кубков взял бы, а вообще там супер-пупер прокачанный бы был бы. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Вот, но это нужно сидеть и просто гонять и еще раз гонять. Причем в одну игру. Упс.
Опять вот этот вот прыжок никчемный, а, ребят. Парень, у тебя что-то, я смотрю, там стоит. У тебя стоит нитро. У него стоит нитро. И, по-моему, не только нитро, а, по-моему, там форсаж. У него стоит нитро и форсаж. И крылья. Сейчас возьмет эту горючку и, соответственно, да-да-да-да-да, вот так вот он летает. А знаешь, чему я бы еще не удивился? Если бы он взял бы... Ух! Если бы он взял бы еще этот ускоритель двигателя при малом количестве топлива. Тоже, кстати, неплохая штука. Ну что, последнюю гонку? Поехали. У нас горный кубок. Ответственная гонка. О, ну тут лихач. Лихач, наверное, всех нас тут обгонит. Нормально, да? Ты видел, какая у него скорость? Ребята, это о чем говорит? Если он перелетел, что-то он там вообще, он, по-моему, сейчас размажется, тебе не кажется? Ну, я имею в виду, он сейчас разобьется. Если лихач уже не разбился. Я не вижу, когда вот все в кучу едем. Я на кого смотреть-то здесь? Давай-давай-давай, Рэй, отлично. А этот разбился, Берни, на своем лихаче. Да лихачился парнишка. Но я тебе скажу, что стартанул он. Посмотри. Ты видел, что он делает? Сейчас он едет очень аккуратно, как я погляжу. У него уже все там болтается, я смотрю. Но он все равно, ребята, едет. Что-то он так вообще, знаешь, без напряженки. Нет, я понимаю, что у него там монетный ускоритель, всякая дребудень стоит. Но он, знаешь, особо сильно не напрягался, если честно. Посмотри. Что? 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 Блин, пока мы там... Поверху, да? Так, второй. И по итогу... По итогу я первый. Не взяли мы еще. Мы еще не взяли, друзья мои. Мы еще не дозрели. Опа, новая краска, друзья мои. Слушай, фиолка это случайная, ну-ка. Фиол. Как тебе такой цвет? По-моему, мы уже такой видели. Причем неоднократно. Ну вот, начинается вот это вот. Приземлился, называется, да? Чух. Я манал, ребята, что они там на себя пообвешивали? И то, и все, и пятое, и десятое. Просто в обвесах. Этот еще с монетным ускорителем тут шпарит. Вот и все. Просто вжух-вжух-вжух-вжух. И я уже в дамках. Погнали дальше. Опа. Сильно не будем, наверное, лететь, да? Так, парень, спокойно. Спокойно, не газуй. Не видишь, что ли, что папочка на дороге? Едет он там. Ах, благодать. И что? О, ускоритель для байка. Ну что, друзья, на этой ноте, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!